Всем привет, ребят. Ну что, так увлекся бравлом, сейчас качаюсь на новом герое, что не посмотрела, что обновилось на немецком сервере. Ввели на русском, к сожалению, еще пока нету. Есть только немецкий сервер. Открылся здесь, открылась лаборатория. И самое интересное, она не такая, как на русском сервере. Возможно. Возможно, на русском, точнее, как на английском у нас, возможно, здесь будет другая. Посмотрите внимательно, что вы видите. Карма стейн, то есть камешек, рунка. И дают четвертую, ребятушки, четвертую карточку. Это реально круто. Так, Wall, End of Wall, Waterstein. Надо будет побегать по твинкам, посмотреть. Так, пятая. Скорее всего, пятая в сундуке. 10 штук. Сейчас откроем. Через переводчик все. Че париться? Не хочет. Вот так вот сделаем. Сейчас открою, вам переведу, что тут интересного у нас есть. Итак, с камня пламени понятно, камень судьбы 6, миф карта 4, эмблемки 2 штуки, сундуки замка, да, и ящик Валентины. В общем, вот так вот. Так, ну что, интересно, такие же КД, как на русском, или, ой, точнее, на этом, на, как его, на английском у нас, сейчас проверим, посмотрим. Так, нам надо на что-то еще потратить, блин. Нету сегодня ничего такого интересного. О, нифига себе! За один самоцвет, ну, спасибо. Это, наверное, знаете, это как в этом... паки. Офигеть, забираем. Ну, я специально коплю, я собираю сумочки. Ну, вот так вот, ребятушки, халява. Реально на немке офигенная халява, я считаю. Так, окей. Мы потратили. По ивентам у нас тут. Это я забрал. Я чувствую, у меня неделька таким темпом будет скоро огник. Ну, он бы был бы уже, наверное, но я еще собираю параллельно вот эту тетю. Подосрали нам, конечно, с ней офигенно. Тан-тан-тан. Сейчас сделаем проверочку по кодам. Такс. Такс. Так, смотрим, что там по кодам у нас. 1, 3, 3. 1500 камней. 1, 1, 3, 3. Сейчас я просто проверю тот же самый вариант. Так, места не хватает. Просто чтобы знать, такие или нет, и побегаю по твинкам, попробую вам зафармить по максимуму. Такс. Не, не такие. То есть они отличаются, то есть надо будет снова по всем твинкам пробегать. 50 эссенций получили. Чик. Блять,
Это просто бомба, ребят. Второй день, точнее не второй день, второй раз подряд мне падает 31 огник. Не знаю, что на это сказать, это реально просто офигенно. Блин, ну это просто бомба-ракета. 31 осколок. Вы сейчас офигеете, у меня уже, наверное, свыше 100 осколков. Это так, ну плюс-минус. А второй раз я покупаю из двух обычных первых вот 120. То есть фактически у меня уже просто пушка. Так, забираем пушечки. В общем, скоро у меня на этом аккаунте, думаю, будет огники. Все фармится намного проще будет. Донатные герои здесь собираются налегке. То есть Роза, Огник, Мэри, ну такое посложней будет. Сейчас попробуем еще потом четвертую карту. Сейчас, может, где-то есть четвертая карта на рынке, гляну. Да, есть. Блин, ну конечно бы отсюда хотелось бы Феникса. Землеройка, я не помню, у меня есть или нет. Сейчас глянем. Я не помню, что у меня тут по героям творится. В общем, а, землеройка есть. Ну, оттуда будет реально круто получить практически большинство офигенных героев, которые там есть. Поэтому побегаю, напишу вам в комментах, чекайте. Пишите комменты, ставьте лайки. Как видите, Огник собирается на изи. Все, всем удачи, всем пока.